Наше турнирное положение сейчас таково, что этот матч определяет, кто займет первое место, а кто опустится на третье. И поэтому сейчас никто не думает о каких-то сериях, что было до этого. Все сконцентрированы на предстоящем матче и готовятся показать свою лучшую игру. Сильная команда, единый коллектив, грамотный тренер, хорошая атмосфера. То есть команда топ уровня, и про нее много все знают, клуб с историей и всем остальным. Но мы тоже не подарок, и мы не промах, недаром мы их у них выиграли в гостях. То есть мы тоже очень сильны, сплоченны и непоколебимы, по крайней мере. То есть наряду с этим два проигранных матча ни о чем не говорят. Мы будем биться до конца за каждый мяч с целью победы. Поддерживайте, болейте, любите нас, а мы вас. Всем пока!